Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Dragon Valor. Короче, немножко видео опять не было, я приболел чутка так резко прям. Ну, у меня, блин, просто сейчас такой период на улице, что всякая хрень цветет. У меня аллергия прям на всякую херню. Могу вот так вот просто сидеть нормально-нормально, потом херак и сопли. Короче, вот так у меня и было. А соплями как-то записывать не очень прикольно. Ну что, заканчиваем этот шедевр или не заканчиваем вот эта игрушка? И тут еще 27 боссов будет до конца. Я давай уже быстрее. Игрушенька, хватит уже меня мучить вот этими приколами. Ага, так, вот этот опять придурок красил, херасил, машакасил. Ух, все еще здесь. Это... Давай, что там будешь, опять телепортироваться на своей верхушке. Ты тот, кто ранил мою сестру. Я не прощу тебя. Что? О, ты брат великого воина. Такие же гены, но другой характер. Плохо. Слишком поздно. Дахак воскрешения не остановить. Теперь все умрут. Чувак, а тебе не сколько лет уже? Миллион, наверное, да? Я не позволю убить Анну. Ну, хватит уже разговоров, давай сражаться уже. Чё там? Смотри, сколько у меня жизни, блин, на полэкрана. Так, ты то же самое, ты чё, прикалываешься, что ли? Ты идиот. Ты идиотина. Ты идиотина, потому что ты то же самое... Ты то же самое сделал, что и в прошлый раз, дебилуша. Я не буду твоих скелетов пока убивать, окей? Давай, воскрешай. А, ты не хочешь? Окей. Чё, прыгать некуда, да? Короче, у него такой же замес, как и был раньше. Это не прикольно. Вообще, чувак, даже не постарался сделать какой-то бой другой. Вообще то же самое, даже место то же самое. И те же самые приколы. Красил, ты не учишься на своих ошибках, гребаная эта лопата. Вау, вот это ты мощный. Бля-бля-бля. Что ты не разбиваешь с одного удара? Ты ж только что разбивал с одного. Какого хера? Бать, красил ты, херасил. Ха-ха. Сука, дебилуша. Во, ужас какой. Че, будешь бросаться какашками? Ну давай. Ха-ха. Ты че? Восстанавливай давай. Ты посмотри на него. И у тебя там одна эта осталась. Давай уже восстанавливай. Или ты так будешь прыгать? Вот ты какашенька. Ой-ой-ой-ой-ой, что ты наделал? Ой-ой-ой-ой, как страшно. Только если бы эти штуки еще разбивались. Только что с одного удара разбивались, уже не разбивается даже с трех. Он их усилил, да? Пацаны, отвалите это самое. Я тут занимаюсь вашим боссом, который сейчас отхватит. Ах ты, сучкара! Так, нужно две оставить. Чё, ты опять этих ублюдков? Бля, если бы он мог с этого бить два раза. Пацаны, ну-ка ляг.
Че, приехал? Какашенька ты никчемная, блин. Хоть бы манеру боя поменял, бляха. Никчемная ты скотина. Зарежь его уже вот так посредине, прям вставь меч, да и все. Че ты с ним паришься? А, я не проиграю, не может быть. Вставь ему между этого. Это за ранение Анны. За ранение Анны. Черт, черт, нет смысла воскрешать Дахака, если я умру. Да вставляй уже посреди... О, это правильно, Дахака. Так он живой, что ты его живым-то оставил? Все, давай на бочок и хватит. Молодец. Нет, я не хочу умирать. Че, газы не пошли? Мамочка, помоги мне. Нашел время, блин. Зачем творить зло, зная изначально, что ты зафейлишься, а потом звать мамочку? Ну это нормально, блин. Вообще какой-то трешняк. Что у вас тут? Кто у вас тут? Опять драконка какая-то пузатая? Или что там? Ну-ка покажите этого Дахаку. Давай. Сила 10 мечей. Давай мне в один раз, чтобы я его с одного удара заваншотил. Чё ты облезлый-то такой? А? Это? Это крылатый дракон-демон, да, в чем проблема? И чё ты делаешь? Как будто бы ты будешь использовать этот суперудар свой, конечно. Бздуняра. Где мой? А. Не может быть. Что не может быть? Подземный мир разрушен. Это значит, что мир людей... Анна. Нет. Анна. Чего, блядь? Нет. Сейчас этого отхерачим, и все будет нормально, не ссыкуй. Ты посмотри на эту никчему. Ну никчема, давай говори. Ты че костями тарахтишь? Черт, как ты мог убить мою сестру? Ненависть, зло, сожаление, милосердие. Люди стали драконами, чтобы уничтожить богов. Черт, я убью тебя. Опа. Что? Я горю. Че, тоже драконом, что ли, станешь? Будем раз на раз. Позволь Хатреду войти, стань драконом. Да нихера. Блин, что, серьезно что ли? Нет, Михаил. Не позволь Хатреду взять верх, я еще жива, поэтому не бойся. А, на. Шея у тебя длинная, чувак, можно немножко укоротить. Так, ну и что ты мне тут скажешь? Вот так просто? Ты
чё такая? Ну да. Ха, серьезно? Азидахака. Азидахака, ты чё такое, скотино слабое? Чё ты делаешь? Тебя же выкинул нахер. А чё он делает? Эпик файт, блин, ну это еще не конец, я так и подумал, потому что что-то он дебил какой-то. Один удар все делает, и то не попадает. А-а-а. Почему вся злоба в мире здесь? О, уже получше. Чё, растишки сожрал или чё там втихаря? Когда успел? Ебать ты. Ты чё сыкуешь? А ты чё сыкло такое? Слышь? Куда ты валишь? А ну стоять! Ебать ты, козел. Ебать ты, слабочидло. Я тебе бошку сейчас отрежу. Да нормально, все окей. Сейчас мы все сделаем. Че, бля? Вот это бой, конечно. Я хереваю. Ты что-то до хака очень сильно ссышь. Ты ссыкун. Долго придется его бить, конечно. А, блин, собака. А, попал? Сейчас хилюсь, подожди. Ой, блин, не то! Блин, я магию использовал не ту. А чё у меня хилка где? Чё за херня? Хотя она мне, в принципе, и нахер не нужна. Воу, вот это ядерный взрыв был классный. Хорош, молодец, что-то сделал. Чихоко да хака, давай, что ты там еще умеешь такое? Все что ли? На! 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 Бошку отрежу тебе, падла! А, еще не все? А где жизни? А, у него еще жизни появились. Окей. Ха, как ты попал?
Что такое? А, там газулька. А почему у него жизни не отнимаются, если он вверху? Ну, в смысле, он же штаб в щите, я понимаю. Ну, без щита, в смысле. А, в смысле? Прикольно. Короче, проще его в три удара бить, да и все. А он прикольно, он не достал меня сейчас. Хорош, молодец. Чё, сыкуешь, блядь? А, сыка. Вот этот удар не могу нормально сделать. Да он по-любому в неё им попадает. Потому что он его резко делает, и не успеваешь среагировать, когда это все будет. Чё там такое? Чё меня ударило сейчас? Тут все трясется, ничего не понятно. Подожди, а может что-то нужно сделать? Подожди, если... А что нужно сделать? Потому что у него жизни бесконечные получается, а у меня-то конечные. Что нужно сделать? У меня маны уже нету. Кстати, я ничего уже не сделаю, в принципе, кроме как его бить просто. Да блин, вот эта штука еще мешает. А, конечно, у тебя бронька, ага. Пиздун, блядь. Блин, не успел. Сука, как тебе, что с тобой делать? Что с тобой, падла, делать? Чтоб тебя завалить. А, хорош, на, завалил, падлу. Скотину, тварь. Его нужно просто было 10 тысяч раз ударить. Тогда все нормально будет. Я выиграл? Перережь бошку ему. Меч говорит. Да, я понимаю, что должно быть сделано. С богом Игунис в качестве ключа в ворота Гехина могут закрыться навсегда. Чего? Это Дахака поет. Я никогда не умру, пока есть люди, пока есть зло. Я буду опять. Хватит петь, блядь.
Пока есть люди, Дахака будет. Угу. Так что, малец, ты тоже можешь попасть под раздачу, понял? И чё? Да к чему мы пришли как специалисты высокого профиля? Не к херами, да? А, на! Мишка зовет. А, на! Где ты? Что это? Анна, ты жива? Прикольно. Зло в сердцах людей трансформирует их в драконов. Анна, это твой голос спас меня от превращения в дракона. Я ничего такого не сделала, это все ты сам. Нет, Анна, я чувствовал, что ты на моей стороне. Наверное, нам помогла кровь богов в наших венах. Кристалл, который защищал тебя, тоже из крови сделан. Может, это тоже кровь богов? Я в порядке, Михаил, я могу идти. Ну, ага. Но это смешно. А, но ведь никто не видит, теперь я тебя буду защищать. О нет, припаси свои храбрые слова, пока не превзойдешь меня в силе. А? Ну, хоро. Анна, ты думаешь, люди обречены стать драконами? Почему ты спрашиваешь? Ни война, ни раздражение не исчезают, и даже в моем сердце растет злоба. Да, но ты не стал драконом, не так ли? Это потому, что ты ведь со мной? Михаил, любишь меня, так ли? Да. Ведь пока существует любовь в сердцах людей, они не превратятся в драконов. Мы хотели уничтожить зло, но шли не по тому пути. Это был ложный путь. Настоящее предназначение великого воина – это сеять добро в сердцах людей. Да, может, это правда. Ну, мы же королевская семья, люди ждут от нас хорошего руководства. Ой, иногда мне очень удивительно слышать такие вещи от себя. Смотри, Анна, это город. Давай заночуем там. Хочется есть. Мне тоже хочется. Давай, беги, Михаил. Окей, вот. И мы. Вот и мы. Шляндахака. Все? Или еще будет 10 актов? Насилие надо мной! Legend of Dragon Valor! Do 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 do
Твои боевые навыки, конечно, клевые, но еще драконы должны быть приручены, окей. Чё намка? Все? Дальше ничего не будет, потому что второй диск, да, нужно первый вставить. Идите нахер. А чё, все, да, намка и конец? Прикиньте, все, да. А не, что-то сделалось. Сейв? Сейв? Ну давай, сейв. И что, глава 6 там сейчас пойдет? Пролог. Кловис. Заново, типа. Game X Plus. Или как там? Фантом. Да, короче, начальная заставочка, если мы ее скипнем, что будет? Ну, у меня второй диск, у меня, получается, новая галерея какая-то появилась. Ну-ка, посмотрим. Image Gallery, так, R1 button next image, L1 button previous image, X button return to tilted screen, треугольник button enlarge reduce, короче, больше-меньше, я так понимаю, да, scroll, так, а чего, куда, влево-право, где? Ага. Я понял, наверное. Image illustration. Вау. Смотри, клёво, да? А что там было? Подожди. Chapter 1 клёвый и треугольник. А, увеличить. Хорошо, окей. Клёвый молодец, завалил первую дракочку. Ну, блин, он тут такой крутой, типа, на вот этом арте, да, а вот в игре такой ходит какой-то мелкий пацан, как 10 лет, блин, с такой притчей, блин, хер просышь. А тут такой крутой. Чаптер 2 Орлен. Это больше на тёлку похож. Чувак тоже завалил дракона, молодец. Кто молодец? Филиппка. Филиппка вообще обглодал даже дракона, нихера себе ты голодный, блин, эльф. Ну, ладно. Кстати, прикольные арты довольно-таки. Чаптер 4, Анна. А ну-ка, пятый покажи. Этого мудака. Так кто Михаэль, блин, со своим сраным мечом с дерева, наверное, сделан, блин, против тиранозавра. Херачится. Смотри, чтобы не насрал тебе на голову. Чаптер Каролина. Угу. Каролин. Это уже второстепенные, я так понимаю, персонажи пошли. Селья, это наша первая бабёха, которая с Кловисом-то так шаля. Да, прикольно, прикольно. Так, Джин, как у тебя штаны? Ты туда напупенила или набульбенила? Вот этот вот Magic Knight, сука, такая падла. Вот самый долбанный, наверное, был с этих со всех. А, так это чувак. Бля, там на бабу был похож. Ладно. Так, Ладонья. Ладонья. Ладонья у нас сейчас со шпагой с клёвым этим. Короче, какой-то Зорро. Недозорро. Халфас. Тоже никчемная скотина тупорылая. Кто там еще? Вапула. Я не понял, что у него за палочка такая? И чё она синяя? Сам коричневый, синяя палочка какая-то, зубочистка непонятная. И что он с ней делал? Он вообще не дрался. И... Не знаю, что-то кого-то украл, наверное. Отобрал у дитя какого-нибудь. Красил мир Херасин. Херасил. Тоже никчемная скотина. Он много только говорил. Пролог Рейдж. Рейдж. Это первый дракон, которого мы завалили? Титан. Титан. Ну, было что-то такое, да. Говёшенько. Непонятно, на что похоже. Титан опять. Сколько у тебя лап? Раз, два, не пойму. Три, шесть, что ли? Шестилапая скотина. Так, Арктос. Синий, это тот, что льдом срался. Тоже длинный довольно босс такой. Темпест. А раз такой был с этими, с перьями? Зеленый, а, ну да, наверное, был. Талон. Ага, это тоже какашенька была, тоже никчемная скотина.
Тут, в принципе, все боссы никчёмные абсолютно. А Зида Хака, вот это самый большой драконио и тоже, в принципе, никчёмный. И там, если знать, как его бить, и не так, как я. Package Illustration. Угу. Ну, Кловис у нас неплохо выглядит, все остальные какие-то неадекватные. Смотри, можно что-то взять даже отсюда. И куча демонов. А он и этот, Доктор Стрэндж, на заднем плане. Я думал, знаете, что будет? В конце мы типа возьмем 4 меча, и он сольется в какой-то один меч, и он будет мега там выносить. Но, блин, так не получилось. Не оправдались мои ожидания. Какой милый, смотри. Какой прикольный. В броне. Все? Это же первое, да? Было, все по кругу пошли, да? Да, все, короче, закончили мы с этим. С этим делом, с нашими... С нашим Dragon Valor'ом наконец-то прошли эту игрушку. Ну, как я и говорил, кто смотрел серии, тот знает, что игрушка, да, прикольная, сделано все классно, бегать там, мочиться этот, но все равно не хватает немножко какой-то составляющей, более, чтобы интересно было. Она просто тупо бежишь и бьешь, все, ты ни о чем не думаешь, что ты там должен что-то взять, что-то где-то прокачать, что-то какую-то оружку поменять. Инвентарь есть, но не нужен, магия есть, но, блин, по факту не нужна. Ну, блин, только кроме хилки, хер просышь. Я как-то, не знаю, как-то расстроен, что ли, насчет этого дела. А вот смотри, вот она клевая. Ты ходишь, ты бьешься, ты с мечом, с щитом, ты... И бьешь всяких придурков. При этом можно же было нормально сделать как-то, ну, чтобы, типа, прокачечка. Зачем эти золото? Ну, блин, оно по факту ни хрена не нужно. Потому что все равно ты когда дойдешь, тебе дадут в конце типа оружку мощную, которая будет выносить. И похер, сколько у тебя там было плюс 1, плюс 2, плюс 3 силы той. Короче, такое себе. Но все равно прошли игрушку, она в плюсике у нас есть. Так что... Не, игрушка хорошая. Выше среднего можно дать где-то 4 из 5 баллов. Но до 5 не дотаскивает. Но интересно, да. Все, ребятушки, наконец-то Dragon War это закончился. У нас 40 минут серия получилась. Следующая, не знаю, что там у нас будет. Буду сейчас смотреть, что там по списку. Уже давно его не открывал. Короче, все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. И всем до встречи в следующей игрушечке на прохождение. И всем пока.